Минимальный заступ. Полное выполнение. Три раза. На старт. Внимание, марш! Скручивание на носке. Нам еще врач объяснил, почему оно должно быть, да, для здоровья колен. А, и чисто из прикладного аспекта для нас, как для бойцов, для боя, работа на носке, если у нас носок не завален вот так, он нам позволяет стартовать дальше. То есть мы на носочке стоим, значит мы мобильны. Если носок завернут, мы мобильны. Если носок стоит, мы мобильны. Если носок так стоит, я никуда не прыгну, скажем, делаем один. Уклон сразу по диагонали вперед. Для встречного удара или для последующего контакта. Уклон, уклон. Раз, два. Поработали полминуты, так я команду дал. И попробовали стартануть. Раз, и возврат. Какая-то контратака. Раз, еще раз. Раз, возврат, контратака. Уклончик с правым встречным голову. Уклончик с правым встречным голову. Раз. Очень мощный удар. Его плюсы. Большая мощь, потому что бьется на встречном движении. Даже в челноке бьется не только выпадом навстречу, иногда даже в челноке бьет. Нос. Нос. Раз. 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 Раз уклон. Два уклона. Три удара. Одноименные удары. Одноименные удары. Потом какие? Разноименные. Разноименные. То, о чем Роман Николаевич говорил. Вперед и назад движение такое же. Давайте левый прямой, правый боковой одноименно. Ич. Ни. Сан. Разноименно. Два прямых, нырок. Раз, два, три, четыре. Для правильного движения это сворачивание на носочках во время удара. Сворачивание на носочках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.